карточками эпического дома. Слово вспомнил, выговорил. Эпический дом, такой дом привидения, дом страха. Вот. Так музыку сейчас наложить, такая будет страх. На самом деле, вот просто, на самом деле это просто дерево, она почернела, потому что плохо, наверное, обработано или не покрашено. Прекрасная сегодня погода, чистое небо. Черемуха, смотрите, уже. Если так тепло будет, то черемуха быстро же спустится. Ты куртку сняла? А? Куртку, тебе жарко, да? Я сейчас нет, я хочу завязать. Давай завязывай. Смотрите, все попристроили. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, такие крыши везде. Да? Все попристроили. Со всех щелей. Двери, калитка одна. Главное, калитка есть. Надо побриться. Так. А это не вот эта тропиночка наша? Не-не, это другая, надо другую. Оксана, привет. Мы идем. Да, пойдем сюда. Сюда. Мы идем на кладбище. Гадалка там хочет полазить, что-то делать. Я посмотрю, подсмотрю, что она делает. Снег штуку растаял. Мокро, но быстро потеплело. Наверное, погоду я привез. С Черного моря тепла. Ой, у нас там, знаете, чудная такая Кристинка была в эфире, да? Кристина ее звали. Вот, гадалка ей гадала. И я подошел, говорю, так, ребята, пойдем сегодня на кладбище. Там будем снимать, вы любите вы это все, плохое все. Она услышала это про себя, стала названивать и писать, вы зачем мне желаете плохого, почему вы меня хороните? Представляете, сумасшедшие женщины, просто сумасшедшие. Они то ли уши компотом моют, то ли что. Вообще сумасшедшая женщина. Мало того, что даже донат не прислала, да, женщина работала, донат даже не прислала. И вот это еще истерики. Я сейчас еще скриншот. А, я же это. Она удалила, что ли. Не пришли я скриншот. Ну что, на самом кладбище, не знаю, будем снимать. Давай, ладно, поснимаю. Дом с привидениями начинается, естественно, они находятся около кладбища. Дом с привидениями. Ну что, ты боишься, нет? Защиту там понаставила? Гадалка сильная, она всякие защиты себе делает. Амулеты, бусы свои носит. А я иду просто в футболочке. Мне вообще плевать, я в это не верю. Такая мистическая музыка, да, сейчас играть должна. Тут 39 человек смотрит, все хотят на кладбище попасть. Рано вам, рано еще. Сейчас еще тоже не так услышат, подумают, что я их хоронить иду. Как эта Кристинка. Представляете, почему женщины, мужики не любят женщин? Потому что они уши компотом моют. Ну, конечно же, на кладбище колючая проволока. Это обязательная атрибутика, да? А почему колючую проволоку? Чтобы вампиры не... А, вампиры, чтобы не ловились. А дорогу они не могли на кладбище нормальную сделать? Зато проволоку везде понаитывали. Лучше бы дорогу сделали. Говорит, ждет.
ждет, говорит. Она говорит, ждет тебя, зовет кладбище. Пойдешь? Ёб твою мать. Ты опять... И что делать-то? Идем или назад пойдем? Не знаю. Надо пройти еще чуть-чуть. Нет, говорит, пошли, пошли, говорит, на кладбище. Ну ладно, пошли. Все, я спасен. Пойдешь ко мне мыть ноги. Зайдет ко мне в ноги мыть, а что делать? Во, а что, ничего не боялись? Тут все нормально. Птички поют. Что боитесь-то? Смотри, тут живые тюльпаны у них цветут. На могиле. Или что это? Тюльпаны или какие-то цветы? Наталья. Это какого года? 1925 года. Да она почти 100 лет прожила. 98. Ого. Свежая, что ли. Пойдем к ней? Пойдем. А ты будешь все порчу наводить или что, с глаза снимать? Ничего не буду. Пока, говорит, стесняется. В 22-м году. Смотрите. Смотрит на вас. Мухи летают, видите? Гроб провалился. Видите, провалена дырка. Цветы свежие. Ох, какой там крест, смотрите. А как туда пройти? Они все, эти, я их даже всех чувствую, прикиньте. Вот та еще зовет. Сейчас к ней пойдем. А это Чижов утонул в воде. Никто за ним не ухаживает, с Чижовым. Вот эта женщина зовет. Давай к ней подойдем. А давай через карты с ней пообщаемся. Как тебя зовут? Тоже свежие, они две свежие. Она умерла, она еще не знала, когда война началась-то. СВО, когда? 22-го? Она еще даже не знала про это. Вот. Елочка стоит. Все, давайте с ней пообщаемся. Какой вопрос у нее спросить? Вы, кстати, пишите вопросы, какие хотите про себя. Они тоже будут вам рассказывать. Когда война на Украине закончится? Я ей так отвечу. Никогда. В 27-м году только все успокоится. Терпите. 2 года терпели, еще будете терпеть. Еще не все разбогатели. Давай другой вопрос. Что она вам хочет сказать? Телли, что ты хочешь подписчикам, которые сейчас видят, сказать? Блин, как же мне его вытащить? Мне неудобно. А давай ты будешь держать в руках. Mm-hmm. Вытащи, пожалуйста. Не, подожди. Ты вытащи всю колоду. Mm-hmm. Ой, у нее же, как всегда, 100 сумок, 100 обрядов там, свечей. Ой, эти гадалки, господи. Держи. Mm-hmm. Чудо-гадалки. Сейчас, видите, не подготовился я что-то. Вытащи, пожалуйста, ключи, там что там есть. Сейчас продолжим. Вы пока же пишите вопрос. Так, ключи, это важно. Потом там не попаду. Итак, она просит карты еще там убрать. Там были карты еще. Все. Итак, эфир начинается. Телли, что ты хочешь сказать всем, кто сейчас смотрит на тебя? Твое лицо увидит. Итак, смотрите на нее, она вам кое-что говорит. Смотрите. Что ты хочешь им сказать? Черная луна. Я, говорит, умерла. Меня нет в живых. Я давно умерла. Череп, видите? Сейчас поменьше сделаю. Череп, видите? Что еще здесь? Ты видишь? Что видишь? Луна. Я, говорит, закрыта в гробу. Видите, как бутылка закрытая с иголками. Вбитый гвоздь. Видите, гвоздь? Вбит. Что солнце? О! В гвоздь, видите, в колочен, они как в гробу похоронили, гвоздями, да, забивают? Да. Вот. Но я ушла из этого мира с миром.
Черная луна, черный негатив. А давай я у нее спрошу. Она ушла, короче, знаете, от рака. У нее рак был. Ее съел рака. Она сейчас мне уже говорит. Ну, черная карта, вы видите. Идем дальше. Ну что, начало положено? Карты разложили. Там, короче, свежие могилы. Вот там, я тогда снимал. Короче, там грязь, глина. Мы пойдем туда, либо пойдем в старое кладбище. Нет, давай у подписчиков спрошу. Они сейчас тебя загонят в лужу и будешь там стоять в луже. Валентина. Валентина. Все Валентины. Там что же, кстати, Валентина. Сейчас, которая кто остановится, то и поговорим, да? Только вы вопрос придумайте. Итак. Ольга Николаевна. Не хочешь со своей тёзкой поговорить? Mm. Нет? Слава Богу. У него портрет упал. Разбитый. Когда портрет падает, это плохо, да? Наверное. Ну, кому хочешь сказать что-то? Что ты хочешь сказать? Слушайте, что он будет говорить. Он про жрец. Ты что, про Бога говорит что-то, да? Да. Отец. На небе, он говорит, я на небесах. Что он еще сказал? Видите, видите, стрелка вверх. Показывает вверх. Я на небесах. Ну, вот этот меч, либо от... Ну, вообще он в больнице скончался от острого чего-то. Ну, знаешь, когда после операции, потому что это шоу. Либо просто с аварии. Не буду. Смотри, могила пустует. Просто пустует могила. Ну, ни оградки нет в нее, видишь? Тут вообще провалилось. А вот эти веревки зачем? Границы. Границы? Участка. Что, на кладбище еще и границы свои есть? Ну да? Потому что не поставил бы. А, здесь типа оградка должна быть. Ну, денег нет. О, давайте с Галиной поговорим. Она что-то по здоровью спрашивает, говорит. Что ты про здоровье хочешь сказать, Галина? Галина. Что-то по здоровью хочу сказать. Она про кого-то, кто сейчас смотрит, там здоровье, она говорит. Целительство, видишь, целительство, земля. Он говорит, тот, кто смотрит, тот сейчас поймет, что-то про него она говорит. И нужно целительство, исцеление, про болезни она говорит. Но не медицина, потому что медицина здесь опасна, вот меч – это опасность. Тут через землю, то есть вот этот домовой, шаман, да, вот тут лес. То есть, говорит, исцеляться можно через лес. Шаман, да, вот это бывает. Вот новое кладбище, видите, их много. Но там грязно. Смотрите, могила повернута. Почему, как вы думаете, повернута? Она, видите, отвернута туда. Ну да. Все туда смотрят, на солнце, а это от солнца. Отворачиваются почему-то. От заката они отворачиваются. Давайте спросим, почему отворачиваешься с... Надо имя его. Сейчас у него спросим. Джилавян Рудольф. Рудольф. Почему отворачиваетесь? Так хоронят, да, значит? Цвет, магия цветов. Потому что мы смотрим только на рассвет. Он говорит, мы не можем, могила не может смотреть на закат. Ну, то есть рассвет вот там, да. И цветы просыпаются, да? Да. Вот, пчелки. А закат вот там. И он говорит, мы не можем смотреть на закат, только на рассвет смотрим. Вот видите, они, наверное, хоронят так, да, получается? Это армяне.
Армяне так хоронят, да? Ну, наверное. Он же армянин. Ну, фамилия, да. Наталья хочет что-то сказать. Она про любовные отношения. У тебя есть вопрос? Когда я выйду замуж? Любовные отношения? Она тебе сейчас ответит. Итак, у всех, у кого есть вопрос по замужеству, выйдешь ли ты замуж, да, если вы сейчас написали это, она сейчас вам отвечает. Смотрите. Когда выйдешь замуж? Для тех, кто написал, ответ будет. Лунная магия. Полнолуние. Сегодня полнолуние, да? Нет. Сегодня полная луна. Не знаю. Полнолуние. Полная луна, я знаю. Они говорят, лунная магия. Ну тут. Ну вот оно, кольцо-то есть. Видишь, вот кольцо змеи. Видишь? Видишь наверху? Ну да. Видишь, внизу женщина. Да. Семечки. То есть это семя, это продолжение. Рябина. Рябиновые бусы. И посередине у нас козел, да, мужчина. Давай, она говорит, вторую дай карту. Держи одну карту. Она со второй хочет сказать еще. То есть она спрашивала, я правильно поняла? Ну ты говоришь, да, да? Да. Так, вы пишете «да». Смотрите дальше. Когда, опять, говорит, Бог вам пошлет, либо когда в голове ясный ум у вас будет, видите, как солнце, это когда трезвый, свет, говорят, светлая голова, да, вот. Вот когда, говорит, светлая, ох, там кто-то ходит, да, ну, что? Привидение. Когда, но это говорит, что Бог, это, говорит, когда у тебя, говорит, светлая голова будет, твои отношения пойдут только вверх. Итак, типа, люби Бога, верь в лучшее, что Бог тебе пошлет, только самое лучшее. Вот так она сказала. Ну, а как она может по-другому сказать? Ну, то есть, когда ответ когда ясный, высшие силы заходят, да, тогда и пошлет. Или когда у вас ясный ум будет в голове, могила провалилась. Вообще ее нету. Это почему она проваливается? Гроб сгнил? А, 21 села. Год. 21 год. Значит, земля гроб ушел. Села. Ну, потому что вода, вы водные эти... Ну, вон они, воды, да. Воды. Давай спросим, как его зовут, Вячеслав. А как спросить, там есть гроб или нет? Или конечно, гроб просто... есть. Давай без спросим. Гроба, без гроба не там хожу. Есть гроб? Куда мы сейчас смотрим, там есть гроб? Без гроба не хожу. А у него орел, он кого-то еще военный, кстати. Он военный. Там, говорит, гроб есть, там, говорит, череп есть. Там мой, говорит, череп есть. Но я... Помнишь, как той забитый гвоздями гроб? Гроб забит гвоздями, магия черней. Итак... Привезли, наверное, остатки. Там, говорит, череп есть. Не, он просто говорит, что сгнил уже. Имеет в виду, я думаю, так. Ну, карта-то все видит же. Карта называется помидор. Кого-то. Видите, как разговаривают они с вами через карты, легко. Там все свежее, не знаю, будем свежее ловить? Спрашивают. У них у всех обвалы. Там подводные, потому что ручьи. То есть гробы уносятся, что ли, да? Вода, в смысле земля умывает. Смотрите, песок. Это один... Тут же песок? Ну да, глина. Вон, видишь, как эти кресты падают. А смотрите, какая-то девочка. Кто-то девочка молодая. Подойдем к ней? Ну, давай. А это не гроб? Нет, это, наверное, не гроб. Пойдем к ней. Спросим, почему она умерла. Это сколько лет ей? 70-й, 23-й. 53 года. Ее гроб, прикинь, вот тут он лежит на самом деле. Вот тут. Сюда не вставай. А он то ли вынесла его... Вот тут он лежит. Чё, где твой гроб? Скажи мне. Гроб, где твой? Рябиновые бусы, как во сне. Чё она говорит? Где мой гроб? Жертва.
Видишь, она жертва. Она жертва больницы. Вообще она как... Она мне говорит, что она в аварию попала, кстати. Вот. И она стала жертвой. Вот слово, видите, жертва. И, ну, ее гроб, видите, они руками держат. Друг другу, видишь, цепляют. И я спрашиваю, где твой гроб? То есть его гроб тянет. Вот он, говорю, унесло его. Его оттащило в другую сторону. Вот. Понятно. Там человек ходит живой. Ой, я боюсь. Все, я пока эфир закончу, что-то мне не хочу его снимать, меня аж тошнит. Соцсет сниму, да и все пусть смотрят, да? Все, всем спасибо, пока. Не хочу снимать. Давай это соцсет.